Здравствуйте, ребята. Значит, захотелось мойвы покушать. Мойва, короче, рыба. Ну, все его знаем. Мойву эту. Но, ребята, хочу его сварить так, чтобы на кухне и по квартире, да, не гулял запах. Ну, так сказать, ребята, маленький этот скажу прикол. У нас есть братский народ. Про них говорят, что они задницу любят, ребята, но запах ненавидят его. Поняли, да? Вот такие вот пироги. Короче, что нам понадобится, ребята? Лавровый лист. Кэти, можешь встать? Лавровый лист, ребята. Это у нас аджика. Соль крупномолотый. Ну, с фануры морили закончилось, ребята. Надо купить, естественно. Все, значит, что делаем, ребята? Аджика и кинза. Обсыпаем его хорошенько. Родистку, Алексей. А? Родистку, Алексей. Родистку? Хо. Джирар, а бар джирмил лапарок. Тугина шинца ткуй. И ткуй? Окей. А? И. И ткуй. Хуарвис, ткуй тугин. Ткуа. Соль насыпаем. Майса, гекнем магиздру. Еще порцию добавляем, ребята, рыбы. Айфа гаучер дида, шин тугин ткуй рамен. Теперь чакетили бак пирита. Чакетили как пири? Нам чаки кета. А? Если вы чаки кета пири, кнопки в сарафе сдаются. Если когда я писал, смотрел, когда я его. Медис сам зовут, тут уйла мало параки. Медис, медис. Короче, ребята, можно его, естественно, чуть-чуть настаивать, как бы, но это не обязательно, ребята. Знаете почему? Потому что сейчас догадаетесь, почему. Вообще кинза, ребята, если что, рыба идет. Вот так вот покрошим. Мама. Лавровый лист. Короче, у нас получится царская мойва. Кэти, сюда смотри, пожалуйста. Ага. Дапнаши чатеки вирахи, да? А, дапнаши чатеки. О, дапнаши чатеки, о. Блин, запах уже, блин, ребята, я вам отвечаю. Все уже, ра. Мам, сунне. Кушать хочу. Армуги, видишь, сунне, шуйло? Ну. Мы хотим угодно пиварца. Угодно, а? А я хочу надо это снять. Короче, не переборщить, ребята, естественно, с солью. Но, в принципе, я думаю, что мойва возьмет. А, черный перец в горошках я пропустил, блин. Ребенок там спрашивала, там стих хочу сказать. И... Ну, она перебила, короче. Вот такие вот пироги, ребят, пока вот насыпали то, все. Ну, все, короче, я повторю сейчас, что нам понадобится. Аджика, кинза молотый, сухой, перец в горошках. И лавровый лист. Соль, естественно, крупного помола, ребята. Все. Сейчас самая фишка, ребята. Даем жару. Жару даем. Жару дали. И вот весь прикол, ребята. Чтобы у нас, чтобы на кухне не пахло. Не только на кухне, а по квартире, ребята.
Кэти, Залена Хоха, мама. Залена Хоха. Сок можно туда долить. Джерис нахер мне бичес рогорвекцеви. Рогорвекцеви. Эд габеда састу габедавен, ирдапир цехлис квеш. Рогор? Негре ушреб. Дай мне урми, дай мне. Негре ушреб сонме. Рогор метки. Верга иге. Вера. Цык. Там не уреба. Цехлис квеш. Цайгде фон бичепса? О, рату аравитом. Тамазис. Тамазис? О, тамази. Моцес хмур вигаца, да цемт, бичеби. Но мерти го ше мой. Маграм. Что бичи ра хамен? Бичи вар. Ва бичи савицки викцеби да ра гиндерти. Бичи вар да. Бичи савицки икцеби ра? Угу. А ну кала бича га моди хаше. Кал бича. А? Кала бича ара, кал бича. Кал бича? Хо. Узнам я цауконеш куя кал бича? Меги як дивиться рахне хла. Вообще карі. Вообще карі, шило, мокле паркеби рода, диди паркеби хо ар гамичере чен да деда шенма. Рави зоги атқруб, зоги рас ушвеби там паркебса вет гавики ткуни верафи. Аба 1000 парки ро ча ча кари магаши маша икнебда. Ра икнеба. Эй паркши 1000. Каги гуна аба. Короче, чтобы чтобы мы были, так сказать, застрахованы, еще пакетики положим. Контакт у рыбы, естественно, ребята, не должно быть с этим, с водой. Все, вот такие пироги. Кому дырки? Ложим, ребята. Ложим. Все. Все. И ждем, ребята. По-моему, 15-20 минут должно хватить. Посмотрим. Бойва она рыба мелкая. Естественно, сварится быстро. Кэти хотела сыр сказать? Да. Ай, хочешь еще? А к вообще ну воды хелс. Мадару на хелс дадим. Ух ты. Yes. А? Yes. Ты хам окей, я могу раз сахар выпить. Что не урод? Что не урод? Цихлис хочешь выкатить, да? Она играет в цемерти. Мам скоро смотрит, что не нужно сорвать левен. О, чувак, Кэти, тут сюда своих целая игра внук. Мартла. Да, интересно. Ого-го-го. Да, вообще никакого запаха, ребята. Никакого. Вообще ноль запаха. Ноль запаха. Ну, Кэти у нас маленькая. Девочка не умеет снимать нормально, ребята, извиняюсь, естественно. Но что есть, тому и рады, ребята, естественно. Сейчас подождем, ребята, как она сварится, естественно. Сварится и покажем. Вот на пару. Считайте, что верхний слой на пару готовится, ребята. Так что вот такие вот пироги. Вот так вот. Сейчас я на паузу нажму, ребята. И продолжим потом после готовности, естественно. Ну все, ребята. Прошло где-то полчаса.
Ну, все-таки хотим вареную рыбу покушать. Мама, титка. Мама, титка, сейчас харши, саундатар, ундодат, цалида, шик чаде, сородам, днари, о, мага, майнцер, днау. Мэр, хоть, али, али. А мама, мама, рада, сурла, боли, их не бать, стимали. Мяты, стимали, боли. Не знаю, ребят, посмотрим, что у нас получилось. Мама, уйди, Лексехла. Წმინდა ფესვებით გაგვაძლიერე ქართული დროშის რწმენის აგვანთე მოგეცქველობა სული უკვდავი მოვუყვანივართ რასაც აქამდე თუ იქამდე ა აქამდე არ აქამდე აქამდე მიიხარშა აქამდე აქამდე თუ იქამდე აქამდე არის ვიცი სხვა ალექსი იცი ხო მოგვითხარ სხვა არაფერი Саку, короче, саку. Эу. Рагад мой. Собственно, в саку, ребята. Кстати. Да, я уж тхлесу. Стеби, малетава. Если можно сабаху, если стеби. Сейчас сахарист, сейчас я рада, аж сварилась. Ребята, хорошо она сварилась, если что. Никаких сомнений нету, что она, как его, ну, не сварилась. Не знаю, сейчас посмотрим. Что у нас получилось? Продегустируем. Я вам, естественно, доскажу. Но сок, сок, ребята, я даже не сомневаюсь, что будет вкусным. Потому что там кинза. А иди, хрэч, камера. Там и лала хэви. Да хули компьютер их на. Короче, этот ребенок не дает. Я сейчас комп этот отключу вообще. Короче, вот, ребята, что у нас-то получилось. Собственно, соку. Сейчас попробую и скажу вам, что, когда и зачем. Прикольно, ребята. Вот так и делается без запаха рыба. Ну все, ребята, вот такие вот пироги. Пока-пока. Титр, ну-ка, затих.